нашей малышке Веге первый выход на улицу. И очень-очень страшно, прямо страшно. Сейчас он пока на руках, и то все суетится прямо. Сейчас попробуем на травку поставить. Первый выход, он такой страшный, да? Ой, такой страшный. Бедняжка все боится, вся трясется, но очень любопытно, да? Ой, как любопытно все. В траве-то кататься. Вот видишь, а ты боялась. Ничего страшного нет. Нет, все равно на ручки надо. Ну, Вегусик, ты сама хоть пройдись, хоть чуть-чуть. Ой, а смотри, травка какая. Ну, не страшно же. Мама рядом. Ну. Трусиха. Чихуя-хуя, трусиха. Дома ж ты смелая, на всех рычишь, ругаешься, косточки забираешь. А тут, ну, во, молодец. Вега. Ой, как мы можем, да? Ну вот видишь, идем. Ну вот, ой, ну здорово ведь по травке бегать. Ну я думаю, быстро привыкнет. Вегусь, идем. На травку, на дорогу нельзя. Вот как хорошо. Скоро в сад начнем ездить. Там вообще тебе раздолье будет. Играй, бегай, ямки копай. Вот оно. Первые прогулки с трудом даются. На этом мы приучим. Двигайся, да. Не плакай, чё плакаем? Боимся, да страшно. Ну страшно, как жить-то, да, на белом свете. Давай. Вот. Я же рядышком. Вот. К сожалению, зимой-то с ней много гулять не получится в минус 30. Дома никакие тапочки не спасут и одежка. Дома на пеленке будем ходить. Ну, хотя бы когда тепло, чтобы гулять привыкала. Вегусик. А полное имя Вега Царское поместье. А так, Вегуся и даже Гуся. Ой. Ну все, всем желаю хорошего настроения, хорошего дня. Заходите к нам в гости. У нас много и животных, и вкусняшек всяких с простыми рецептами. И еще много-много всего интересного. Надеюсь, до новых встреч с вами.